она начинает тебя забывать. И ты это чувствуешь, словно подкожно. Пытаешься что-то найти и узнать, и душу своим появлением встревожить. Она начинает уверенно жить, шутить, флиртовать и у друзьям улыбаться. И рвется из прошлого тонкая нить, которая долго пыталась рваться. Она начинает с нуля. Ну и что? С нуля начинать — это вовсе не страшно. А страшно прождать бесполезно того, кому и сердце по жизни не важно. Она начинает тебя забывать. И знаешь, она тебя все же забудет. А время заполнит пустую тетрадь другими людьми. И тебя там не будет.